Рамадан Карим. Рамадан Карим. Рамадан Карим. Рамадан Карим. Рамадан Карим. Рамадан Карим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рамадан Карим, куллу ам ва антум би хейр. Рамадан Карим, я жамаа, асаа يكون шахр хейр ва махабба ва салам ва малий бил хасанат я раб. Бихтисар я жамаа, мишан ма нطول المقدمه. اليوم نزلنا انا وداشه على الشارع مثل العاده وسالنا الناس عن شهر رمضان، شو بيعرفوا عن شهر رمضان؟ وسالناهم لو كنتوا مسلمين كان فيكم تصوموا، برايكم ليش الناس بصوموا؟ فيديو اليوم كثير ممتع وفيه كثير معلومات لازم تشوفوه للنهايه. ما تنسوا سبسكرايب، لايك وكومنت. اندامو ويا اخوان اليوم هو اول يوم شهر رمضان وانا وداشا صايمين لهيك رح يكون تصوير الفيديو صعب بالنسبه لنا لانه طلعنا من اليوم الصبح لسه الساعه 8 مثل ما شايفين الناس لسه عم تروح على دوامها فبدنا نروح نصور ونحاول ننشر الفيديو بكره او بعد بكره ويلا نمشي سوا يلا يلا привет привет как тебя зовут Альфина приятно познакомиться у меня к тебе пару вопросов ты что-нибудь знаешь про праздник месяц Рамадан Конечно, знаю то, что это священный месяц для каждого мусульманина. На самом деле, глубоких познаний в истории у меня, наверное, нет, но я слышала только из каких-то историй и из рассказов бабушек, дедушек. Ну, небольшая такая отсылка. Это, как ты уже правильно сказала, это священный праздник. В этот месяц люди кушают один раз в день перед восходом солнца, собираются всей семьей, проводят трапезу, и потом в этом году около 16 часов проводят без воды, без еды, без курения и без подобного действия. Следующий вопрос. У тебя есть какие-то познания или информация о традициях или каких-то определенных обычаях, связанные с этим праздником? Ну вот, как ты уже сказала, я видела, как мои родственники держат этот пост, то есть они ничего не кушают, не пьют. И однажды мне удалось побывать в гостях на ифтаре у моей подруги, она из Сирии, и это было... невероятное для меня, как сказать, был невероятный опыт, потому что это было очень интересно понаблюдать, как вся семья собирается и как они сближаются друг с другом и как все это проходит. Это было очень интересно. Это было здесь в Казани или ты ездила куда-то? Да, это было в Казани. То есть они все собирались на ифтар. Все родственники, и вот, меня пригласили. Ой, это очень мило. А еще такой вопрос, как ты думаешь, это сложно целый день не кушать, вообще соблюдать пост? Как, по твоему мнению, это происходит у мусульман? Я уверена, что это очень сложно, и более того, я один раз пробовала сама держать пост. Конечно же, все дни у меня этого не получилось сделать, то есть я имею представление, насколько это сложно. Если бы ты была мусульманкой, ты бы могла продержаться такой длинный срок без еды и без воды? Ну, если бы это было ценно для меня, то думаю, да. То есть, если бы ты, ну, была мусульманкой, которая держит месяц, ты бы согласилась на такое? Думаю, да. Да. А среди твоих друзей или родственников кто-нибудь держит этот месяц? Да, у меня, получается, половина моей родни татары, соответственно, мусульмане, и некоторые из них держат. А знаешь какую-то историю или какую-то традицию, связанную с этим праздником? Ну, историю точно не могу сказать, но традицию, что все держат пост, получается, там несколько у него есть какое-то такое философское, получается, предназначение, что вот люди как бы держат пост, и они могут себя почувствовать так, как чувствуют себя люди, у которых нет еды, нет воды, и как бы, ну, в течение дня, получается, где-то ночью, по-моему, первый раз кушают, потом весь день не едят, не пьют воду, и потом только вечером могут покушать, попить. Хорошо, спасибо. Ну, это, в общем, люди чувствуют себя или чувствуют связь с Аллахом, и, как ты уже сказала, почувствовать себя как бедный человек, который не может кушать, пить. Хорошо, спасибо. Хотела тебя спросить, а на твой взгляд это сложно или легко? Ты бы могла продержаться такое количество времени или нет? Я думаю, что это очень сложно, потому что всё-таки, ну, промежуток такой большой, я сама пробовала держать. Очень сложно на самом деле, но я думаю, что со временем все равно организм привыкнет, и к концу месяца уже будет попроще.
وبإحدى المقابلات اللي عملناها اليوم يا أخوان التقينا بصبية مسلمة ومؤمنة بالله سبحانه وتعالى ومؤمنة بأنه الصيام هو ركن من أركان الإسلام. الصبية رفضت تطلع على الكاميرا وشرحت لنا وجهة نظرها أنه هي فعلا بتحب تروح على الحج وإلى آخره من أركان الإسلام، لكن الصبية حكت لنا أنه الصيام بالنسبة لها هو مضر ومؤذي لصحتها، وخصوصا أنه هي طالبة ماجستير وهي بحاجة لتركيز وانتباه عالي. فنحن حاليا رح نشرح لكم الشيء اللي شرحنا لها عن أهمية الصيام من الناحية الدينية أول شيء ومن الناحية الصحية لجسم الإنسان. مبدئيا رح أصدمك بجملة أنه جسم الإنسان بيحتاج للصيام أكثر ما بيحتاج للطعام بحد نفسه. الجواب رح يكون لما ننتقل على الناحية العلمية. العملية بتبلش من لما أنت بتبلش ضرب المنسف والكبة والدولمة وغيرها من هالأكلات. المهم لما بيدخل هذا الطعام على معدتك النشويات بتتحول لجلوكوز، فالجسم بياخد من الجلوكوز الطاقة يلي بيحتاجها وبيوزعها للجسم، وبقية الجلوكوز الموجود بحكم انك انت اكلت وجبة كارثية الجسم بيبعتها على الكبد وعلى العضلات. هون تماما بتكون المشكلة انه انت لما عم تاكل وجبة ورا وجبة وجبة ورا وجبة بدون انتظام وبدون فترات راحة طويلة الجسم رح يعجز على انه يقوم بهي العملية، حتى الجلوكوز رح تصير نسبته كتير كبيرة بالجسم، فرح يبلش يطلع عندك الخواصر والكرش والزوائد. يا ابو زوائد انت هون تماما بنيجي على اهمية الصيام. الصيام بينظم لك هي العملية كلها وبيعطي لجسمك نفس حتى ياخد راحة وحتى يقدر يقوم بهي العملية اللي حكينا لك عنها. كمان الصيام بيخلص الدم من الكوليسترول، الرئة كمان تطلق السموم يلي حواليها وبتنظف نفسها، المعدة والامعاء كمان بينظفوا نفسهم، الكبد بيطلق مادة ثانوية مثل ما حكينا من شان الطاقة. اما بالنسبة للتركيز والانتباه فجامعة اوتريخت الهولندية يلي غالبكم لازم يكونوا بيعرفوها اصدرت دراسة. هي الدراسة اثبتت انه الانسان قادر على التركيز والانتباه لما بيكون جائع اكثر من لما بيكون اكل. ومن الاشياء اللي ضحكتني فعلا بهي الدراسة انه الدراسة نفسها نصحت الناس اللي بيلعبوا لعبة القمار انه ما ياكلوا لما بدهم يلعبوا. واذا ما بتعرف فالفلاسفة كمان كان لهم نصيب من الصيام، سقراط وافلاطون كانوا يصوموا من 7 ايام حتى 10 ايام للحصول على تركيز وانتباه وصفاء الذهن. غاندي كمان احد الاشخاص اللي كانوا فعلا مولعين بفكرة الصيام وصام باحدى المرات 21 يوم كانت لاسباب سياسية. غاندي لخص الموضوع كله باختصار وقال كل انسان يستطيع ان يصوم، لكن الحكيم فقط هو من يعرف كيف يفطر. ايه ما تنصدم اخي العربي، هذا الحكي صابك انت وصابني انا. ليش؟ لانه نحنا منصوم كل اليوم وما بناكل شيء ولا منفطر، وبس يجي وقت الافطار منبلش المناسف والدولمة مثل ما حكينا من شوي والكبة والكنافة والنابلسية وغيرهم من هالاكلات. هون تماما الخطأ، لانه الجسم كل اليوم ما اكل شيء وفجأة انت دخلت له كل هذا الاكل يلي ما فينه يتحمله، فهي العملية اللي حكيناها من شوي الجسم ما نو قادر يقوم فيها. فنحنا بدل ما نكون استفدنا من فكرة الصيام بنكون عملنا عملية عكسية ضرتنا بدل ما تفيدنا. وبنهاية شهر رمضان بنشوف انه الزوائد بلشت تطلع لنا والكرش بلش يطلع لنا وبنستغرب ليش، مع انه نحن صمنا شهر رمضان كله ليش هيك طلع لنا هذا الشيء. السبب انه انت ما اعطيت فرصة لجسمك انه يقوم بهي العملية اللي حكيت لك اياها. وبناء على هذا الكلام نرجع لقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا. مثلا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان بيصوم كل اليوم وعلى وقت الافطار بياكل تمرتين فقط. والاهمية الاساسية للصيام برأيي كبشار انه الصيام بيثبت انه الانسان مو مجرد مادة او شهوة، بل الانسان قدرة عظيمة قادرة على تحمل الاخطاء والشهوات بانواعها. وبسبب كل هاي الفوائد اللي ذكرنا لكم اياها انزل الله سبحانه وتعالى آية بالقرآن الكريم قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وبس منكمل هذه المقابلات. А ты знаешь, почему мусульмане выполняют это действие именно в священный месяц Рамадан? Ну, я знаю то, что, во-первых, в этот месяц был ниспослан Коран, и это является обязательным предписанием в самом Коране, наряду с выплачиванием закята, совершением обязательных молитв. Вот, это является обязанностью. Ну, хорошо, спасибо, отлично. А по твоему мнению, это сложно или легко целый месяц держать пост, не кушать и не пить воду длительное время? Если честно, в прошлом году я пробовала поститься, я соблюдала пост, просто мне было интересно, что чувствуют мусульмане, тяжело это или просто. Ну, конечно, это не просто. И не просто было в первую неделю, период адаптации, мне все время казалось, что я сдамся, но после недели становится легче, и это становится такой
приятной повседневностью, когда ты вечером готовишь ифтар, когда утром ты тоже что-то кушаешь, это становится таким приятным ритуалом. Что знаешь про месяц Рамадан? Ну, Рамадан — это месяц про... Или... Блин, не знаю, как ответить. Это что-то связано с религией. С религией. Какая религия? Татарская. А, ислам вообще. Да, ислам. Ага. Если бы ты держал пост, и для тебя это было важно, ты бы смог 16 часов провести без воды, без еды, не курить? Скорее всего, нет, потому что без воды для меня очень сложно. Я могу без еды провести очень много дней, но без воды нет. Ну, а как ты думаешь, для людей это вообще тяжело? С восходом солнца и до захода солнца ничего не кушать, не пить? Я думаю, наверное, тяжело будет. А в твоей семье или, может быть, друзья кто-нибудь держит данный пост? У меня бабушка держит данный пост. А из друзей кто-то, ну, твоего поколения? Моего поколения нет, никто не держит. Я православная, я знаю, что держит такой пост, но он не такой жесткий, то есть он делится по неделям. Какую-то первую неделю нельзя есть мясо, в какую-то нельзя есть рыбу, то есть пищу животного происхождения. Ну, наверное, все, что я знаю. То есть он не такой жесткий, как месяц Рамадан. А после такого опыта ты планируешь в этом году держать месяц Рамадан? Конечно, я очень хочу, и, скорее всего, я буду соблюдать пост, надеюсь. Я верю в тебя, надеюсь, у тебя все получится. Спасибо большое, я тоже надеюсь. А в твоей семье или, может быть, друзья, родственники держат данный пост? Я была рождена в христианской семье, и никто из моих родственников пост не соблюдает. Ну, конечно, есть друзья, мусульмане, которые постятся, и я этому очень рада, что меня окружают люди, которые имеют отношение к этому месяцу. وهيك فيديو اليوم خلص مثل ما شفتوا يا جماعة رأي الناس بالشوارع هون رأي الروس رأي الأجانب في ناس عرفوا شو هو شهر رمضان في ناس ما عرفوا بس الشيء اللي صدمني فعلا إنه في صبية مسيحية عم تصوم شهر رمضان وإذا بدنا نقارنها للأسف ببعض المسلمين يلي ما بيآمنوا بالصيام ولا بهمهم هذا الشهر للأسف هذا الشيء فعلا محزن بالنسبة لإلنا فنحن حبينا ناخدكم معنا جولة بالشارع الروسي ونورجيكم آراء الناس وبكون هيك خلص الفيديو وما تنسوا لايك سبسكرايب وكومنت مثل ما حكيت لكم داشا في كتير منكم ما عم يحطوا لايك ما عم يكتبوا تعليقات حتى بين هذا الفيديو خذوا لقطة وحطوها على انستغرام وشاركونا اياها على صفحتنا على انستغرام حتى ننشرها عندنا وبس هيك بكون خلص الفيديو اليوم كل عام وانتم بخير يا جماعة ورمضان كريم وبنشوفكم بالفيديو الجاي والسلام عليكم Я поздравляю всех мусульман с вашим священным месяцем. Я поздравляю всех мусульман со священным месяцем, и я надеюсь, что Аллах примет ваш пост.